будет резервный арбитр Дауд Магомедов, город Избербаш. Что ж, поехали. Сразу же Затур Шахбалиев, 10-й Весир Паша Шахбалиев. Тренирует команду Арби Матиев. Удар через себя. Падение. Располагаются команды. И одна победа и поражение соседа по таблице резко меняет ситуацию. Хороший момент перекладина. Ну, а капитан Войнах, легендарный Зайнул Абидов. Передача на правый фланг. Есть пространство для удара. И угловые закончились. Да и времени не хватило, чтобы сделать больше. Момент за моментом возникает у ворот. Уговорить и подписать, что много других клубов боролись за этого нападающего. Мощный удар. И, к счастью, эпизод матча, когда игрок в войнах может поднять голову, посмотреть вокруг и сделать передачу. О, какое! Готовит подачу Шахбалиев. На Зайнул Абидова совершенно одного его оставили. И Зайнул Абидов роскошным ударом падения мяч отгрузил в девяточку. А быть может, даже все, что возможно было из того углового. Очень красиво. Это марсельская рулетка. Проход, перекладина уже вторая, а то и третья. Есть у него свое видение развития и построения игры. Зайнул Абидов. Удар. Ближний угол попадает. И тут 4 игр, даже 3,5, чтобы отличиться 8 раз. Шахбалиев попытается из очень... Иди, Зайнул Абидов. Падение. Ножницами. У меня повторов нет. Не могу вам сказать, что там было точно. Как же разыгрывает он солдата красиво. Не попадает. На Мурадова. Мурадов оставил его Абушеву, новичку. Уже слева атакует он солдата. Ну, много этих ударов. Сохранил мяч в игре. Снова Салихов. Классно комбинирует он солдата. Удар! И какое спасение! Асадулла Хункеров. Абышев. Навес. Удар и гол! Какая филигранная передача. Точнёхонько на голову. Попытка дальнего удара. Ну, Асадулла Хункеров. Высокая. Подача в сторону вот Ансалты завершается тем, что ансалтинцы мяч перехватывает. Справа Абушев готовит удар. Хункеров, добивание. Шайбы шатаются, будто есть небольшой зазор. Салихов. Хороший пас Салихова. Ой, Садулхана. С каждой минутой все больше наигрывает, но никак не наиграют. Какая грубая ошибка в обороне. Не забиваешь ты, забивают тебе. Артур Шахбалиев вас почти прошел он. На Шахбане Магомедрасулове. Дальний удар. Или только Тлярата. Ну, это, знаете, такой бич Ансалты, согласитесь. При красивой игре гол. Гол, 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 гол. Арсен Меджидов. Этот человек без гола с поля не уходит. Прессингует Казбека Меджидов. Удается ему сделать передачу. Еще хорошую. На висит пашу Шахбалиева. Зайнул Абидов один. И простил. Зайнул Абидов. Ну что, финальный свисток.